Всем привет, дорогие друзья, с вами Паркер. Итак, пацанчики, сегодня буду пытаться пройти Venomance to Glory, точнее просто Glory. Вот, сейчас покажу, какую колоду прошел, но ролик будет называться... Блин, боже, я уже забыл, как... Сейчас, надо вспомнить по ролику, потому что у меня сейчас прям была идея бомбезная для ролика. Ну, короче, суть в том, то, что я прошел его вот такими котами. Сейчас не могу его пройти. Из-за того, то, что... Не знаю, даже просто тайминги, что ли, не ловлю. А, вот, закон подлости в Battle Cats. Вот, полностью о нем будет сейчас ролик, вот. Потому что я без сундучка пошел, прошел, а потом с сундучком пошел и не прошел. Вот, коротко это. Можно охарактеризовать Battle Cats. Так... Так уж особо начало тут не удалось. Там коньками еще двое набьют. Вообще плохо сейчас. Так главное, чтобы они собачку вынесли. Тут самое сложное, это типа капибары, как по мне. Фух, все, собачку вынесли. В основном тут типа должно все валиться. Слайм Кэт. Вот типа его бешеным уроном. Ну, сейчас и проверим. Сейчас у меня там еще... Так, погоди. Еще видели, где там файер ударил? Ну, короче, с этим файером еще какая-то полная фигня. Так, извиняюсь за звоночек. Так. А, ну, еще тут белочка очень жесткая. Ну, короче, вот сами видите, хотя я прошел в прошлый раз этот уровень, но сейчас он у меня вызывает лютую какую-то сложность. Хотя сам уровень особо и не сложный, вот. Опять там эта белочка идет, которая чисто жестко рвет, а потом. Я не знаю, что с ней. О, фух, ее быстро вынесли. Еще этот крокодильчик. Но у меня вот есть кот, который криты. О, видели, где экспресс? Сколько получается экспресс был типа телепортации? У меня что-то сообщение резко начали идти, именно когда я начал записывать ролик. Коротко. Блин, вот почему бьет файер там? Можете объяснить, кто знает, почему типа так происходит? Опять вот. Блин, по Бахамуту не ударь. А, все, ГГ Бахамуту. Понимаю. Так. Так, это тут еще потом это капибара один раз выйдет, поэтому типа тут вообще Unreal, как по мне. Ну, в этой попытке уж точно. Вот. Так, ну, возможно, мы сейчас вольнем капибару каким-то образом. Хотя уже не вольнем, но вот. Но. Ну и все, это ГГ. Вот в чем суть ролика была, то что... Ну, мне кажется, у каждого такое было. Напишите плюс в комментах, было ли у вас такое, чисто закон подлости. Вот, это суть ролика такая была, то что ты проходишь уровень, потом идешь с сундучком его проходишь и не проходишь, вот. Суть этого ролика в этом было. У кого так же, пишите плюс. Завтра будет бомбезный стрим, 70 капсул, вот, поэтому приглашаю всех. Будет открытие 3 раза по 1500 и 37 рейер-тикетов, потому что вот тут за 8000 обкачек дадут рейер-тикет. Ну и всем спасибо, всем удачи, всем пока!